И всем привет, зрители, с вами снова я, и почему я говорю шёпотом? Потому что, ребята, у меня скоро последний левел. Вот, все, последний левел. И это у меня будет праздник. Кроме 200 кейсов, нам не хватит, конечно же, поднакопим и будем классические кейсы. Сейчас время 9 утра. Очень рано еще. Иду как молчать. Ну, что не говорит. Потому что мы последние игра. Я слышал, что видео будет 18-го года. Я уже на 2 левела сдвинулся. Ну, ребята, это вообще праздник у нас будет. И посмотрим, сколько будет стоить. Кейс. Рояль кейс. Да. И ему подает твой драгонзор, медуза и ножи. И нож, который стоит даже 6000. Ну, конечно, на это смотрю, стоит вот такие тоже есть ножи. Это же 6000. Ну, продолжаем открывать. Блин, так по-моему. Так, что идет без этого вот это. Я уже не знаю, кто это. Многие ютуберы. Мой друг. Мой брат. Мне Таш пончик перекрывает. Алексей. Да, была еще маленькая квартирка. Ну, короче, мы переехали. Блин, я так волнуюсь. Прям чувствую, что нам не хватит этих кейсов. Помните, мы прокачки еще не все прокачаны. Прокачаем. И я, наверное, продам свой драгонбор. И все, ребята, смотрите, сколько стоит мой инвентарь. 3700. Если я мой инвентарь продам, конечно, меня заскринит напоследок. Ну так, короче. Заскриню свой инвентарь. Напоследок. Я, конечно, потом сначала еще покажу другу, потом, наверное, в 5-й серии про эту игру я продам свой инвентарь. Эти видео будут приходить очень редко. Быстрее делаем. Ну, продолжаем практически. Нам подает какашка.
Ладно, надо распечься, правда, как. Пока деньги купятся. Еще прикупим таких кисиков. Блин, так обидно. Я, блин, мой друг так получил на столе, вот когда у него придумал, и пища. Можно, конечно, так и мерить. У меня был очень большой левел. У меня была 76-я арена в Клэшеле. Был очень большой левел, но у него была большая арена, и у него был пикалик. Пикалик. У меня было ни одной леги. Я выпустила бомбу, и сейчас такая же история. Сразу пойти. На второй. Отлично. 500. Потом он останется только 89. Начинается хардкорно. А мы чуть-чуть точно хватит. Нет, немножко не хватит. Не хватит. Не капельки. Он разлатался на ключ, когда он будет понятно, что на слово. Это будет чище долго. Ну что, ребята, остался последний кейс. Я очень нервничаю. Все. 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 Ну, конечно, ребята, мы очень терпеливые. Ну, какого этот кейс? Я накоплю на этот кейс. На паузу установлю и сразу моментально. Все. Паузу. Все. Ребята, а сейчас быстренько что-нибудь другое купим. Потом продадим, чтобы денежки нам получить. Могли бы купить. Давайте две СГ кроссфоди купим. Вот эти. 1500. 3000, короче. Это 3000. 3000 где-то купим. Ну, купим.
Oui. Нет, конечно, это очень мощно. Если я накоплю 2 на 2 кейса, это будет все равно мощно. А, стоп, я на паузу не поставил. Так, ребят, смотрите. Ну, ребята, это для вас. Кто не знал эту игру, вы вспомните. Но если вы знали эту игру, не помните, то вы все равно ее вспомните. Потому что в конце я покажу все ружки. Ну что, у нас один кейс, погнали. Как черамбеет? Он дешевый же. Можно было и не окупиться. И, конечно же, я не окупился. Всем бай-бай, хай-хай, а ты говорил вам точка. My friends.